Опрос от портала SuperJob показал тенденцию к увеличению уважения к современным руководителям. В исследовании участвовали больше полторы тысячи трудоустроенных россиян. 54% опрошенных уважают своих руководителей, каждый четвертый респондент относится к шефу нейтрально. Женщины и молодые специалисты чаще других уважают профессионализм своего босса. В ненависти к руководителю признались всего 4% респондентов. Подробности на сайте.